Посмотрите, что творится за окном. У нас уже снег. Сегодня 26 октября. Он еще мокрый. На улице лужи. А у меня все цветет и пахнет. Какая красота на подоконнике. Это просто прелесть. Прелесть маленькая. Серединка еще не распустилась. Ой, какая же она прекрасная, такая ажурная. Цвет необыкновенный, цвет сирени. Что? Что ты? А ты что? Все любопытно, да? Все, скажи мне, любопытно, что происходит. И тут тебе любопытно. И там тебе любопытно. И ушла. Так ты у меня украл. Ты же не заметила, что у меня ее украл. Ой, это такая порода, как обезьянка. Она все носит в зубах. Ну, еще одна пришла. Красуня. Я рассказываю, что за окном снег, а у нас розы. Надо пойти на улицу. Люблю, когда дома тепло, уютно, цветут цветы. А за окном дождь или снег. Но находиться в это время дома. В тепле, уюте. Созерцать эти невероятно красивые растения. Ну и, конечно же, животное тоже радует и поднимает настроение. Особенно с моей обезьянкой, ты точно не соскучишься. Вот она уже влезет в посудомойку. Везде ей все любопытно. Класс! Посмотрите, какая картина. Листья. Это моя клумба. С зеленым бордюром. Я тоже в клумбу посадила розы, сортовые лилии, сортовые тюльпаны. Я все разделила, что в клумбу, что на дачу. Кстати, можете посмотреть мой заказ с сортовыми луковичными. Ссылочку вставлю и аннотацию тоже. Вот такая вот картина. Я уже на улице, привет! Смотрите, какой прикольный снежок. Падает, падает, падает. Цыпленка! Я такая снежная. Прям. Снежок. Смотрите, как красивенько. Клясь, 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 клясь.
Ну, а я иду за своими печеньками, а то я их хочу уже все съесть. Get up, get up!